Всем привет! Я знаю, что с наступлением выходных дней вы с нетерпением ждете мой прогноз погоды. Что нас ждет на этот раз? Развлечься на свежем воздухе или задуматься об уютных вечерах дома? Решать вам! В субботу ожидается переменная облачность. Столбик термометра ночью покажет плюс 12 градусов, днем плюс 25. В воскресенье весь день будет держаться ясная погода. Ночью плюс 11 градусов, а днем плюс 23. Ищите сотрудников в свой штат? Начните поиск с сайта «Блокнот Воронеж». Размещайте свои объявления в разделе «Работа». Его увидят тысячи жителей нашего города на сайте и в Telegram. Условия размещения можно уточнить у нашего менеджера прямо сейчас. Телефон в описании.